Всем привет, я Ксюша, я расскажу вам про куклу Барби «Я могу стать сноубордисткой». Эта кукла очень красивая, длина ее 28 сантиметров. Она одета в красивый горнолыжный костюм бирюзово-розового цвета с помпончиками, на шее у куклы медаль. Также у нее длинные светлые волосы, яркий макияж и красивые очки, чтобы снег не попадал во время езды в глаза. В комплект к этой кукле входит сноуборд и шлем. Кукла очень интересная, поможет вашему ребенку разнообразить свой досуг. Детские товары на купиребенку.ру. Москва, улица Павловская, 27/29. 3 минуты пешком от станции метро Тульская.